Это квитанция, по которой мы каждый месяц платим за электричество, тепло и горячую воду. И каждый раз, когда наступает момент оплаты, никто не хочет платить. А еще возмущаются, почему так дорого. Давайте разберемся. Вот дядя Толя. Он работает на электростанции в вашем городе. Каждый день он приходит на работу и следит за сложными механизмами. Как же связана цифра в платежке и дядя Толя? ТЭЦ платит за топливо, на котором работает котел дяди Толи. Это уже 50% от цены. Примерно 5% – это деньги на ремонт станции. А еще 5% – это зарплата самого дяди Толи. От ТЭЦ тепло до вашей квартиры идет по трубам, которые каждое лето приходится ремонтировать. А еще, пока тепло бежит к вам в дом, по дороге оно обязательно теряется. К сожалению, это законы физики. Так вот, обслуживание труб, неизбежные потери и ремонт тоже заложены в цену тепла. Расчет затрат на производство тепла ТЭЦ направляет в специальную организацию – региональную энергетическую комиссию, которая единственная может точно сказать, сколько на самом деле стоит тепло. От ТЭЦ горячая вода бежит по большим магистральным трубам и втекает в трубы поменьше, квартальные. Их, как правило, обслуживает другое юридическое лицо, которое также берет плату за свои услуги. В итоге стоимость тепла в среднем выходит 1600 рублей плюс НДС. Конечная же цена в платежке зависит от площади обогреваемого помещения и от того, как принято считать в вашем регионе. Счет за тепло может приходить круглый год, а может только в месяцы отопительного периода. С ценой на электроэнергию немного иначе. Каждый день станция производит электроэнергию и тут же продает ее на оптовом рынке. На рынке такие же станции торгуются между собой и договариваются о цене. Потом на рынок приходит сбытовая компания, заключает за вас кучу договоров и покупает нужный объем электроэнергии для вашего дома. И вот тут уже в цене на электричество есть не только плата за труд дяди Толи, но и работников сбытовой компании, а также сетевых организаций, которые по электрическим сетям отправляют энергию в ваш дом. Ну, вроде бы разобрались. И вот вам пришла платежка, и вы заплатили. Или не заплатили. И в итоге ТЭЦ не получила денег за отправленные вам электроэнергию и тепло. А что это значит? А это значит, что у ТЭЦ не будет денег заплатить за топливо. Или еще хуже – выплатить зарплату дяде Толе. ТЭЦ будет сокращать свои расходы и в конечном итоге сократит дядю Толю. А он, между прочим, может быть вашим соседом. Вот и получается, что платя за коммунальные услуги, вы делаете комфортнее жизнь не только себе, родным, окружающим, но и даже дяде Толе, у которого, кстати, работа такая – нас согревать.